Такой звук разносится по Черняевскому лесу уже третью неделю. Работает дробильная машина. Эта технология в благоустройстве не новая, но для уборки в лесу ранее не применялась. Осветление вот такое Черняевского лесопарка, его опушки, так сказать, мы проводим раз в 2 года. Убираем поросль клена, которая вырастает тут как раз за 2 года. Но в этом году впервые мы применяем щеподробилку. Буквально на днях Черняевский парк преобразится. Сейчас он выглядит не очень опрятно. Уже через неделю все эти сухие ветки будут измельчены, а крупные стволы вывезены с территории. Ветки спиливают не только для того, чтобы улучшить внешний вид парка. Это еще и одна из мер противопожарной безопасности. Но впервые сухостой получает, что называется, вторую жизнь. К сегодняшнему дню облагорожена большая часть леса. Сейчас рабочим осталось превратить в щепу ветки, спиленные на территории протяженностью более 2,5 километров. Такое безотходное производство позволяет оздоровить лес и, как нельзя лучше, соответствует экологическим стандартам, считают в управлении по экологии администрации Перми. Польза для парка очевидна, к тому же благоустроение удалось еще и сэкономить. Мы не вывозим его на полигон бытовых отходов, чем снижаем затраты на данные мероприятия, а рассыпаем ее в лесу. То есть она перегнивает и получается плодородный слой. Допустим, в скверах и в парках такая щепа, она называется мульча. Ее посыпают дорожки, ну, декорируют. Очень красиво, и там сорняки не растут. Полученный с помощью такой дробилки опил послужит естественной подкормкой для деревьев, со временем превратившись в перегной. Подходят сегодня к завершению и традиционные работы по благоустройству излюбленного места отдыха горожан. Стрижка травы, расчистка от поросли, сбор бытового мусора. Дарья Сивухина, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.